Празднование Дня мира в этом году в Бресте получилось крупномасштабным. К инициативе подключились многие организации и объединения. На территории мемориала «Брестская крепость-герой» акцию провели представители Российского центра науки и культуры. В память о погибших во времена различных военных конфликтов они вместе со школьниками запустили в небо разноцветные шары. Свой вклад в дело сохранения мира внесла и молодежь. При поддержке руководства технического университета, а также представительства фонда мира, студенты провели во время большого перерыва флешмоб, каждый участник которого смог стать частью большой композиции, символа мира и свободы, а также получить в подарок бумажного белого голубя. То, что сейчас в Беларуси мир, это заслуга всех нас, и мы должны это любить, должны это понимать, и молодежь в первую очередь должна это понимать. Но самый большой праздник ожидал гостей и жителей областного центра на Грибном канале. Здесь можно было проявить свои художественные способности, оставив на асфальте рисунок, выполненный мелом, посмотреть, как делают настоящие трюки опытные фокусники и жонглеры, и даже поприветствовать мир с помощью йога-марафона, уникального комплекса физических упражнений. Нам нужно кричать сегодня о мире, я считаю. И с другой стороны, если бы те люди, которые скандируют за мир, имели этот мир и покой внутри себя, то это было бы намного более эффективно. Поэтому йога сама по себе подразумевает создание и сохранение этого мира и спокойствия внутри себя. Поэтому куда бы мы ни пошли, мы несем этот мир и спокойствие и создаем его в обществе. Среди участников праздника большое количество самых различных организаций и учебных структур. В их числе и роллерная школа, новое спортивное заведение, активно развивающееся в областном центре. Мы за мир в любом случае во всем мире, поэтому как же не поддержать. Вот. Приехали с роллер-школой, с детишками, со взрослыми, будем кататься, показывать, что мы умеем. Главная задача, которую ставили перед собой организаторы, проводя праздник, возможность обратить внимание брещан на такие важные для каждого человека ценности, как свобода и мир на земле. Однако для слишком многих сегодня мир – это лишь сказочная мечта. В память о невинно погибших во времена военных конфликтов всех лет в областном центре вновь зажглась аллея памяти. В очередной раз каждый из участников благотворительного марафона смог задуматься о том, почему так важно ценить радостные моменты жизни. Пусть хотя бы на один день доброта и проявление искреннего милосердия по отношению ко всему живому охватит всю планету, в том числе и город Брест. Международный день мира, он подразумевает и какой-то семейный очаг. Это можно и дома зажечь лампадочку или свечку на подоконнике и почаемничать, и объявить всему миру свою декларацию непосредственно у себя на месте там. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».